Что такое деньги? Деньги – это монетки или бумажки. На них можно купить какие-то продукты или какие-то товары. Или можно что-то где-нибудь продавать. Деньги прямоугольной формы. На них нарисованы там всякие рыцари. Бывают деньги бумажные разного цвета. Зелеными, бывают синими. Бывают белого, бывают золотого. Железные деньги только одного цвета, серого. Где хранят деньги? Деньги хранятся в банке, еще в кошельке и в копилке. Кошелек – это ткань сделанная, и туда можно ложить и деньги, и карточки, копилки, коробочки. Сейфи – такой металлический прибор, который помогает людям сохранять деньги, чтобы воры не смогли их забрать. Музеи. Банки, копилки, в кошелечке, на карточке, в карманах. Чем кошелек отличается от копилки? Кошелек отличается от копилки, потому что у кошелька есть штучки, чтобы закрывать, а у копилки нет. У нее только вот такая профессия маленькая, а кошелек можно открывать. Может быть, выглядеть как бочка, может, как грибочек, может, как бабочка. Копилка бывает разными, а кошелек только прямоугольный. В кошелек маленький кармашек ложит мелочь, а в большой бумажные деньги, а в копилочку мелкие деньги ложат из железа, которое. Если бы у тебя было много денег, на что бы ты их потратил? Я бы их потратила на какую-нибудь еду или на одежду или на обувь. Моему братику купил бы машинку, маме платье с бусами, папе новую футболку и джинсы купил. Маме на цветы, на платьишки себе, продукты. Разные овощи, фрукты. Свои хорошие дела, не на плохие дела, чтобы только тебе было много денег, а другим нет.